Городское поселение поселка Калашниково является активным участником программы поддержки местных инициатив. Программа действует не первый год на территории нашего поселения. За эти годы нам удалось общими усилиями отремонтировать водопровод по центральной улице. В прошлом году были почищены 4 противопожарных пруда с подъездами и сделано ограждение стадиона, который долгие годы находился буквально в запустении. Конечно, Калашниково всегда являлось своеобразной спортивной столицей Лихославского района и знаменитым и прежде всего зимними видами спорта. А ведь были времена, когда на этом стадионе кипели футбольные баталии. У нас подросло новое поколение футболистов, и ребята горят желанием играть на Кубок Тверской области. Но чтобы желание превратилось в реальность, нам необходимо привести свой стадион в порядок. Именно поэтому в этом году в качестве одного из проектов программы поддержки местных инициатив было выбрано устройство новых трибун на нашем стадионе. Жители проголосовали 100% за данный проект. И сейчас он находится в активной стадии реализации. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», которое выиграло прошло через конкурсные процедуры и заключило с нами муниципальный контракт, в настоящее время демонтировало старые трибуны и занимается планировкой территории для установки новых и современных. Мы надеемся и уверены, что 24 августа, в день городского поселения поселок Калашниково, наши жители на новых трибунах будут смотреть первый дружественный матч за много лет.